Главное достижение радио Лема – это 24-летие, которое радиостанция отметила 22 июля. В честь своего дня рождения слушателям Лема подарила яркое событие – праздничный музыкальный марафон. Мы думали, как же отметить дни рождения, чем порадовать наших радиослушателей. Как мы все знаем, что главный человек на радио – это слушатель, для кого мы и работаем. Мы решили, что мы сделаем музыкальный марафон в нашей студии. Мы дружим со многими музыкантами, не один раз с ними встречались. Большое им спасибо, что они согласились прийти к нам в студию сегодня. Вот. И поздравить радиослушателей, сделать такой некий нон-стоп из своего творчества. Весь день 22 июля с 8 утра и до 8 вечера в прямом эфире радиостанции выступали наши приморские таланты. Солисты, творческие коллективы и музыкальные группы исполняли как популярные песни российских и зарубежных исполнителей, так и свои, авторские. Эфир радиостанции можно было не только слушать, но и наблюдать прямую трансляцию на YouTube. К слову, такой эксперимент Лема проводит впервые. Именно в таком формате, что 12-часовой нон-стоп с таким куражом и зажигательным темпоритмом, это впервые мы на такое замахнулись. И думаю, сейчас, опробовав всю техническую возможность нашей радиостанции, мы еще повторим. Девиз радио Лема «Слушай, действуй, живи». Тот пульс и сердечный ритм, который до сих пор чувствует каждый слушатель, начинался и задавался в самом начале, в 1996 году. Сегодня Лема – одна из популярных радиостанций Приморья со 100% собственным вещанием. Проекты Лемы постоянно завоевывают победы и занимают лидирующие позиции в различных фестивалях, проектах, конкурсах. Радиостанция любит не только своих слушателей, но и всех приморцев, поэтому всегда дарит радость и веселье, участвуя в городских праздниках. Что такое радиостанция Лема? Это радио позитива, радио честности, открытости, информационности. Очень люблю эту радиостанцию, потому что люди на ней работают, суперпрофессионалы. Они классные ребята, они любят это дело, они живут этим делом, они каждый день приходят с настроем, с позитивом, что и дарят нашим дорогим радиослушателям. Конечно, прежде всего, праздник, день рождения радиостанции – это праздник наших радиослушателей. Поэтому огромное спасибо всем, кто нас любит, все, кто с нами на протяжении очень долгих лет, и те, кто к нам только что присоединился. Дорогие наши, любимые, мы вас очень любим, мы с вами, мы вам будем дарить еще много-много лет, и не только лет, а десятилетий, праздник, поэтому оставайтесь с нами, мы живем только для вас. 24 года, 24 часа в эфире, 7 дней в неделю. Радио Лема вещает для своих слушателей. Кроме развлекательного и познавательного контента, коллектив Лемы приглашает самых интересных гостей. Это звезды российского и мирового шоу-бизнеса, спортсмены, политики, бизнесмены. Все, что происходит во Владивостоке, Приморье, в мире, в центре внимания Радио Лемы. В следующем году нам уже 25, я думаю, что на следующий юбилей мы придумаем еще что-то более грандиозное для того, чтобы вас порадовать. Радиослушателям, своим коллегам, телезрителям, я от души желаю, чтобы обязательно было здоровье у вас, у ваших родных и близких, обязательно, чтобы было благополучие, чтобы, как говорят, все плохое уходи, все хорошее останься и все хорошее приходи. И желаю, чтобы с вами были обязательно те люди, с которыми вам тепло, когда они рядом. Радио Лема любит дарить подарки для своих слушателей. Они организуют конкурсы и акции с призами. Уникальные радиопрограммы, популярные ведущие, интересные гости, живое общение со слушателями, только свежие новости и всегда отличное настроение. Все это Радио Лема. Whether you're bumping away, whether you're bumping, stay in the light, in the city breaking the head, everybody shaking, and we're staying the light, staying the light. Дмитрий Беломестнов, Денис Фадеев, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Генеральный партнер проекта – первый онлайн-фестиваль «Сиди дома фест». Спонсоры – база отдыха на Русском острове «Ренессанс» и юридический центр «Юрфакт».